А в Петербурге в Свято-Духовском духовно-просветительском центре Свято-Троицкой Александра Невской лавры прошел отборочный тур православно-патриотического фестиваля «Борисоглебский соловей». Этот вокальный фестиваль приурочен ко дню памяти князей страстотерпцев Бориса и Глеба и 800-летию со дня рождения святого благоверного князя Александра Невского. Уже третий год подряд проходит вокальный фестиваль «Борисоглебский соловей». Это мероприятие не имеет возрастных ограничений. Коллективы и участники с сольными выступлениями участвуют в разных номинациях. Организатором мероприятия является приход храма святителя Николая Чудотворца на Неве. Впервые в этом году участники православного патриотического фестиваля проходят отборочный тур под сводами духовно-просветительского центра при Александре Невской лавре. Здесь атмосфера вдохновляет сочинять свои произведения, писать стихи на духовную и патриотическую тему. Они объединяют людей, призывают к патриотизму, сохранению русских традиций. Я считаю, что это очень полезное мероприятие и для взрослых, и для детей также. Главной целью организаторы ставят укрепление духовно-нравственных основ общества, а также поддержку деятельности самобытных творческих коллективов и отдельных исполнителей, возрождающих традиции национальной культуры. Этот фестиваль дает нам надежду на то, что у нас есть будущее у церкви и у России, что есть молодежь, которая может продолжить традиции святых отцов. Фестиваль «Борисоглебский соловей» получил свое название благодаря чуду явления святых Бориса и Глеба перед Невской битвой князю Александру и появлению пения соловьев в середине мая в день памяти князей страстотерпцев Бориса и Глеба. Этот творческий форум призван воспевать славные страницы истории Невской земли. Победители в разных номинациях примут участие в гала-концерте, который пройдет 19 мая возле храма святителя Николая Чудотворца на Неве во Всеволожском районе Ленинградской области.